Пойду-ка я открою дверь. Я с тобой. Никого нет. Постой-ка. Нам какую-то посылку отправили. Давай занесем ее в дом, поставим куда-то. И будем делать свои дела. И потом ее распакуем. Давай. Да куда же нам ее ставить? Понятия не имею. Ладно. Пойду-ка я прилягу. Хорошо. А я пошел кушать. Ну ладно. Так-так, где там наши... Еда! Ладно, пойду-ка я тоже прилягу. Ой. Просыпайся, 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 Джек, просыпайся. Ну, обязательно так кричать. И что тут делают эти змеи? Наверное, нам их прислал темный лорд. Хм. Ну что нам с ними теперь делать? Ой, они к себе никого не подпускают. Да, лишь бы съесть нас. Ну что нам делать? Жаб заводить. Ладно, я скоро вернусь. Вот наш план действий. Ну, и зачем мне говорить, что она такая красивая? Она подумает, что ты в нее влюбился, а потом я хватит ее и сразу посажу в ту коробку. Еще живую? Конечно. И потом... Что мы с ней сделаем? И мы ее отправим тому, кто сам нам это отправил. Шикарный план. Живыми? Да, разумеется, пусть у него дом крадут. Да, дай три, дай два. Итак, за дело! О, змейка, какая же ты красивая! Ты такая красивая!
вы свою миссию выполнили, да. Теперь настал черед миссии змей. Дзин-дзин. Кто?